Алгоритм действий по мирному свержению режима. Этап 1. Действия в Астане. Протестующие собираются у акимата города. При достижении численности 50 тысяч человек протестующие заходят в здание акимата. Власть переходит в руки протестующих, которые формируют временное правительство из числа представителей Координационного совета оппозиции. Временное правительство назначает акима города Астана. После формирования временного правительства и назначения акима города Астана сообщит об этом в социальных сетях. Все заместители руководителей республиканских и местных силовых органов должны явиться в акимат города Астаны и публично сообщить о своем подчинении временному правительству. Временное правительство издаст указы об аресте. Об аресте или объявлении в международный розыск Нурсултана Назарбаева, Касым-Жомарта Токаева, Тимура Кулибаева, Калмухамета Касымова, Болата Назарбаева, Дариги Назарбаевы, Самата Абиша. О прекращении должностных полномочий всех министров, акимов областей, городов, сел, поселков и районов, руководителей всех государственных органов, национальных компаний. О назначении исполняющих обязанности акима всех уровней, руководителей государственных и национальных компаний. О формировании кабинета министров временного правительства. О распуске действующего парламента и маслихата всех уровней. О ликвидации Совета Безопасности. О ликвидации должности президента. О ликвидации положений в Конституции, гарантирующих Назарбаеву и членам его семьи полный иммунитет от преследования, конфискации имущества и так далее. О немедленном освобождении из мест заключения лиц, преследуемых по политическим мотивам, и прекращении уголовного производства в отношении них. Списки будут согласованы с правозащитными организациями. О срочных экономических решениях временного правительства. После опубликования указов временного правительства, часть протестующих совместно с представителями силовых органов, перешедших на сторону народа, направляются: первое, к зданию Акорды, и заходят в него и производят арест лиц, перечисленных в указе. Второе, в аэропорт Астаны и заходят в него и берут его под контроль. Третье, к зданиям департаментов полиции, КНБ и прокуратуры и заходят в них и берут их под контроль. Четвертое. К телекоммуникационным компаниям «Хабар», «КТК», «Казахстан», а также компаниям, обеспечивающим телефонную связь и интернет, и берут их под контроль. Временное правительство объявляет об аресте Назарбаева, Токаева и других высших должностных лиц и о переходе власти в руки народа.